Всем добрый день и здравствуйте. У нас сегодня праздник. Вот такой. Не, неправильно. Вот такой праздник сегодня. Ну, скажем так, на этой неделе у моей жены был день рождения. И она в очередной раз сделала себе вот такой подарочек. Жена у меня очень красивая, симпатичная, да, я знаю. Но, честно говоря, вот подарочек, да, она себе делает в очередной раз очень симпатичный, да. Вот эту кобуру убери стороночку, а то картинку не видно. Да. Во, смотрите, что фирма Алютех. Это дрель шуруповерт, аккумуляторный, 18-вольтовый. Вот такая штука. Ну ладно, заинтриговали мы народ, распечатывай, будем показывать. Сходили мы с женой в магазин, она там себе золотые сережки присмотрела. Ну, недорогие такие, да? Вот, и в итоге она сегодня пошла утром в сам магазин. Я уже с обреченным видом, это подожди. О. Я ее с обреченным уже видом ждал, все, и вдруг она приходит с вот такой красивой коробочкой. Вот она, ребят, коробочка. И в ней лежит вот такой вот красота. Ну, тут документация, чеки. Ну, кстати, вот цена подарка, вот видите, да, 6500, это с нашими скидками. И вот такая вот красивая штука. Ну, показывай, хвастайся. Сейчас у нас будет решаться резбуш, да, женщина с шуруповертом. Ну-ка, прикола не вышло, она знает, как это все втыкается. Замечательно крутится. И выкручивает, и в обратную, да, наверное? Значит, ну давай я попробую рассказать, или сама будешь рассказать? Сам расскажу. 18-вольтовый литий-ионный блок питания на 2 ампер-часа, то есть быстрая зарядка в течение там 20-40 минут, да? И потом целый день с жим работаем. Двухскоростной режим работы. Две скорости у нас. Куча регулировки по жесткости. До 35 ньютонов на второй передаче. Ну, не знаю, насколько на первой. Ну, а? До 45 ньютонов. До 45 меня поправили на первой передаче. Ну, руками я не смог освободить, я даже обжегся. Мы уже его распечатали, сейчас на камеру еще раз показали. То есть вот такая вот симпатичная игрушечка. А, так, ну что еще в комплект входит? В комплект входит сам чемодан, значит, два аккумулятора, вот один, второй, зарядка к ним, да? Ну, тут еще какая-то фигнюшка. То есть два аккумулятора уже хорошо. Как бонус от магазина было продано от фирмы DeWalt, или DeWalt. Вот такая бита магнитная. Вот такая. И вот такая вот штучка получается у нас. Будете пробовать работать? Держи. Ну и, наверное, всем интересно посмотреть, как эта штука работает. Так, вытаскиваем биту. А, кстати, еще что есть. У нас есть индикатор заряда. Три светодиодика, ну, пока полный заряд. И плюс еще есть лампочка, которая вот, вот так вот под углом, с под пальцев светит в зону работы, да? Вот как бы вам показать сейчас. О. Вот видите, как раз она вот сюда светит, освещает ночью. Ну, должно освещать ночью, мы еще не работали, не пробовали. Сейчас закрутим обычную крестовую отверточку. Туда. И попробуем. Держите. Ну, с маленького 30-го шурупика. Попробуем с маленького 30-го шурупика. Доска бегает. Следующий. Есть. Замечательно. Эти входят, те выходят. Давайте усложним задачу, наверное, да? Найдем какой-нибудь. Достаточно. Усложним задачу, возьмем еще какой-нибудь шурупик. Давай. Да. Ну, отлично. Досочка прикрутили, уже никуда не убежит. И теперь, наверное, давайте сделаем следующий вариант. Опять же заменим биту. Теперь поставим нашу деволтовскую. Вот специально под вот это. Так, держи. Так, вот мы купили специально вот такие кровельные саморезы. Длиной 70 миллиметров. О, ребят, смотрим. Подожди. 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 Вот. А ну-ка, пробуй. О, моща.
Хватит. Так, а ну давай, следующий. Может, достаточно? Давай, крути. Нам же еще закрутить и выкрутить надо. Так, ну подожди, у нас же есть тут ограничитель скорости, чтоб руки не выкручивало. Угу. Хорошо закручивает. Ну вот, это если мы ограничитель выставляем, ну на сколько, примерно 21 килограмм, да? А если мы его поставим на 25, то происходит следующее. Происходит следующее, да, шурупы уходят туда куда-то. То есть штука маленькая, но прикольная. Теперь выкрутить бы это все оттуда. На, выкрути. Замечательно, следующий. Ну вот такая вот очередная игрушка появилась у моей жены. Так что все ее поздравляем с днем рождения. С хорошим и нужным подарком в семье. Ну я смотрю, вы довольны. Ну и все дело в том, что у нас есть, как бы были шуруповерты до этого. Вот покажи сзади два штуки, сразу можешь оба доставать. Да, вот один и второй. Да. Вот рядом их поставь для масштаба. Вот они, два шуруповерта от фирмы Interschool у нас были, работали. Верой и правдой много-много лет, но уже пришло им время. Конечно, где-то они побились, где-то они поцарапались. И самое больное место — это, как всегда, аккумуляторы. И больное место — это аккумуляторы. Обычные никель-кадмиевые аккумуляторы. Или какие-нибудь там литий-кадмиевые. Ну, в общем, такие, да, старого образца. И они доработались до того, что уже каждый из них, ну, дай бог, десяток шурупов может закрутить саморезов, да, и просто умирает, и просто умирает. То есть они сейчас дольше заряжаются, чем работают. И плюс в одном из них, не помню каком, уже нету пониженной передачи. То есть при включении пониженной передачи начинают там хрустеть, шелестеть шестерни и все, да, то есть нету большого крутящего момента. Ну и тут у нас появился прекрасный повод приобрести, соответственно, вот новый шуруповерт. Смотрели Макиты, Боши всевозможные, да, там еще что-то, ребята. Шуруповерт с аналогичными параметрами, я сейчас даже покажу. Шуруповерты от именитых брендов, там Макита, Бош, там 18 вольт, 2 ампер-часа, с большими крутящими моментами, чтобы обязательно был двухскоростной, да, чтобы была подсветка и так далее, с индикаторами заряда батареи. Эти шуруповерты от Makita и от Bosch стоят, ребята, с батарейками, с аккумуляторами порядка 20 тысяч рублей и выше. Этот красавчик в одной такой ценовой политике, как Interschool, да, то есть порядка, ну, мы за него отдали 7600. Ну, грубо 7 тысяч. Ну, с нашими скидками это на 6,5 там получилось. Ну, чек я вначале показывал. То есть 6,5 тысяч рублей, то есть 100 долларов или 300 долларов, да? 350. И разница, я думаю, существенна. 100 и 350. Хотелось бы, конечно, хороший инструмент, но... Так что вот я похвастался своей новой сверлилкой. Кстати, кто хочет еще посмотреть на всякие сверлилки, хорошие, интересные и так далее, переходите на канал Виталий Каховка. Он сегодня хвастался, что должен будет получить тоже еще одну сверлилочку. Но если он успеет сегодня ролик заснять, вы это увидите. Если не успеет заснять, ну, скорее всего, завтра тогда это будет у нас, да, в эфире. На этом всем-всем-всем большой привет. Ну и до свидания. Дарите своим женам подарки, необходимые лично вам. И они потом очень счастливы. Пусть они сами покупают себе подарки. Ребят, ну и по скриптум, да, как без по скриптума. Вот пришла посылочка из города Омска от Виктора. Большой-большой тебе такой привет. Большой привет, большое спасибо, горячее, да. Ну, доставай, что ты обнимаешься с пакетом. Посылочка. Ну, я знаю, что в ней, да, мы с ним обсуждали, адрес я ему когда сообщал. Вот, это посылка для токарного станка. О, вот такие штуки. Вот такие вот две штуки. Это диаметр 41 мм, второпластовые вот такие вот заготовочки. То есть можно будет что-нибудь выточить, проточить, ну, скалку, оладики, блины, орехи колоть можно, да? Да. То есть вот такие вот скалочки, орехи, оладики и так далее можно колоть, колотить и так далее. Ну и еще кого-нибудь.
не надо кого-нибудь, вот, аккуратнее с вот этими вот палочками. Да, тяжеленькие. Тяжелые, да, они тяжелые, действительно, килограмма, наверное, не знаю, но тяжелые. Так что большое тебе спасибо, обязательно будем использовать, обязательно ролики с использованием вот этого материала будут показаны. Ну, не обещаю, что именно прям завтра или сегодня, но штука нужная, и большое спасибо. Ах, да. И сейчас вставлю несколько кадров, чтобы было понятно, для чего был куплен еще один новый шуруповерт вместо вот стареньких вот этих двух, да? Ну, короче, у нас намечается еще один большой и глобальный проект. Будет ли он у меня на канале или нет, я не знаю. Это больше к бытовому он относится, да, чем к такому. Ну, кадрики я ставлю, а там пишите, нужен этот проект на канале или не нужен. Yeah.